не помилкове, а навчальне. У Приморській райадміністрації провели учбове мінування, попередньо узгодивши це з СБУ. До будівлі принесли два муляжі вибухонебезпечних пристроїв та подивилися на реакцію охорони райадміністрації та правоохоронних органів. Людей евакуювали, патрульні та швидка приїхали протягом 10 хвилин, а вибухотехніків спеціально не викликали. Реакция была достаточно быстрой. Патрульная полиция и МЧС приехали быстро. Затем приехала скорая и приехала, собственно, оперативная группа. Взрывотехников сюда не вызывали по согласованию, потому что знали, что это учение и так в связи с волной минирований. У них очень много работы, поэтому дергать их еще на это решили, что не стоит. Эвакуация прошла в спокойном режиме, достаточно быстро все. Сотрудники реагировали хорошо.